Всем привет, меня зовут Юра, вы снова на моем канале. Сегодня я сниму ролик «Два способа коммутации колонки JBL Ion Compact с другой колонкой для звука, для вывода звука». Так, сейчас сигнал идет по Bluetooth со смартфона ZTE Axon 7 Mini. Вот видно. Написано JBL. Прибавляем громкость. Вот мы можем прибавить, убавить. Громкость меняется. Звук идет в стерео. Здесь в битах это 256 килобит в секунду. Ну понятно, MP3 запись. Но сама запись достаточно хорошо прописанная. Исходник High-End Sound Test Compact Disc, тема, вокал и инструменты. Так, первый способ коммутации. Вот мы видим, что Bluetooth горит. Первый способ коммутации у нас будет идти по разъему PAS THRU. То есть PAS THRU. Мы сюда подключаем гитарный кабель с помощью обычного с диаметром 6,3. Второй, в качестве второй колонки я буду использовать монолит. Монолит. Я подключаю во второй гитарный ход. Так. Настройки я здесь вот такие выставлю. Включаю его. Ту колонку специально пока отвернул, чтобы было мало не услышать, что звук поет. Теперь эту колонку я поворачиваю. И мы слышим монозвук. Хотя сама запись стерео. Но почему мы слышим моно? Потому что стереозапись по воздуху через Bluetooth попадает в эту колонку. И вот через этот разъем уходит во вторую колонку. Но по этому разъему звук выдается монофоническим. Мы его сделаем стерео. То есть к исходнику придем. Как он передается, так он и будет производиться у нас. Правда, это будет уже не по Bluetooth, а по кабелю. Это был вчера купленный кабель. Такой трехметровый кабель называется Nordfolk. Вот его артикул NYC0013 метра. Кабель представляет собой мини-джек. Стерео мини-джек. Тут три контакта. То есть левый канал экран, правый канал экран. И два стандартных джека 6,3. Они монофонические. Здесь правый канал экран и левый канал экран. Но уже на двух кабелях. Если здесь на одном кабеле, левый, правый, и с экранами объединены, поэтому там три контакта. И только два контакта. Левый с экраном и правый с экраном. Что мы делаем? Правый кабель мы вставляем. Вставляем сюда гитарный ход. Левый кабель вставляем сюда гитарный ход. В данном случае у меня был выбран вот такой вот второй. Так, я забыл про один момент сказать. Дело в том, что при таком подключении через разъем PAS
THRU к этой колонке. Здесь не будет независимой регулировки. То есть эта колонка, здесь можно регулировать громкость. Вот я громкость регулирую. И тембр. Все это можно регулировать на этой колонке отдельно. Потому что это отдельный моно, свое моно. Он как моноисточник. Он не зависит от этого колонки, как моноисточник. А эту колонку, если я начинаю регулировать, громкость меня убавил, и все. И все, и это тоже убавилось. Почему? Потому что все регулировки, которые я делаю здесь, на этой, на этом микшере, на регулировке звука, тембр, высокий, низкий, громкость, все это по этому кабелю будет переходить на ту колонку. Она как ведущая, ведомая. Это ведущая, это ведомая. Ну и самое главное, конечно, при монофоническом звуке мы не услышим разделение каналов левого и правого. И мы не услышим расположение инструментов, которые, ну, если бы я сидел в сцене, не на сцене, а в зрительном зале, впереди меня музыканты выступают, и, короче, тут с этой стороны скрипка заиграла, с этой стороны контрабас, там соло-гитара, тут гитара, то где-то в центре, позади сцены включился ударник, и все это вместе будет в монофоническом звуке стоять стеной, просто стеной. Мы не услышим ни рельефа, ни очертания, ни ширины сцены, ни глубины сцены. Сейчас я подключу все это через мини-джек, и мы будем уже наслаждаться стереозвуком. Так, для начала я усилитель выключу. Потому что всю аппаратуру по правилам надо подключать. Сначала выключить надо все усилители, чтобы ничего не коротнуло, ничего не замкнуло. Теперь мы подключаем. Bluetooth я сразу отключаю. А сейчас сигнал пойдет по кабелю. Так, здесь я этот гитарный вход отключаю. Могу даже скинуть, чтобы он нас не включал. Теперь у нас только вот эти. Я его ставлю в среднее положение. Здесь так и ставлю. Включаем плеер. Bluetooth у нас выключен. Видно? Да, Bluetooth выключен. Если я его включу, сейчас звук пойдет, соединение становится. Вот. Понятно, что сейчас звук пойдет тут через ту колонку. Если я подключу это, то будет. И здесь он пойдет. Я просто сейчас показал. Теперь Bluetooth я отключил. Bluetooth отключил. Кабель у нас здесь отключен. Я включаю, уже теперь пойдет сигнал по кабелю, вот поэтому. Вот он. Вот этот стереозвук. Вот этот стереозвук. Теперь объясняю дальше. Что мы при таком варианте слышим. У нас независимо регулируется левая колонка. Не левая, это правая. И независимо регулируется левая. То есть сейчас я правую убавлю. Вот я убавил правую. Играет только это. Специально поднес. Мотор динамик.
микрофоном, динамик, чтобы услышать, что JBL играет. Этот не играет. Ну, конечно, на смартфоне все запишется в монозвуке и будет как будто вот эта комната, как будто она тоже играет, но она не играет. Она вообще выключена. Все. Теперь с той колонкой то же самое проделаю. Так, я поставлю трек на начало, пожалуй. Там поинтереснее запись была. Теперь то же самое здесь проделаю. То есть это я убавляю. Вот я ее полностью убавлю. Все, не слышно ее. Вот это слышно. Это не слышно. Теперь прибавим. Вот они регулируются отдельно. И что мы в итоге получаем? Самое главное, мы получаем стереозвук. То есть все инструменты, они четко прорисованы в своем пространстве. Каждый занимает свое отведенное место. Если, конечно, это все хорошо прописано на записи, на нужном оборудовании, на хорошем оборудовании, то мы слышим глубины сцены. Мы визуально ее представляем, мы закрываем глаза и слышим, как музыкант находится в какой-то перспективе, которую я могу себе представить. Вот он стоит справа, потом стоит другой музыкант слева, ударник позади, или ну, где обычно находится. Соло-гитарист играет, бегает по сцене, например, там, кто там, ACDC-то бегал, Томиянка, что ли? Вот. Бегает по сцене, и его хорошо слышно. Если это заложено в записи, чтобы услышать это самое дело. Вот так вот. Все, на этом я ролик свой заканчиваю. Думаю, теперь уже все будет достаточно ясно и понятно. Спасибо за внимание.